Так, тихо, Настя, иди сюда. Что, я А не ну, иди за ку-ку. переживаю. Мы Дорогие, надо, ну, так, тихо, другая тихо. палатка, вообще круто. Друзья, всем привет. А вы думаете, где я нахожусь? А я нахожусь в палатке. А почему в палатке? А потому что мы вчера вечером, уже поздно, приехали в Багаевку. Юлька. Мама вставает. Ха. Все уже встали. Наши папьи порыбачили. Я еще валяюсь. Юлька ключи от машины ему не может найти. А сейчас мы будем кататься на лодке. Так, вылазим из палатки. Все уже повставали. Что? Кто кого? Не знаю. Не знаю. Вот, смотрите. Где мы находимся? Джунгли. Джунгли зовут. Так, вот это наше лежбище, логово. Мы вчера ехали, не могли места найти. Вообще не было места, все было забито. И как ни странно, нашли это место, и оно самое лучшее. Оно было не занято. Ку-ку, вон они там. Не хотят сниматься. А, я их так издалека сниму всех. Что, Настя? Ку-ку. Ку-ку. Двухспальная палатка, дом. Сейчас мы снимем Ушел, классно. палатку. Смотрите, какие заросли. Вон наши начинают завтракать. Я не снимаю, папа. Так, Настя. А там ежик сидит. Проверь. Вкусняшка, вкусняшка. Что там вкусняшка? Компот? Так. Настя, а ну пойдем посмотрим, вода прибыла. Ходили, сейчас я тоже посмотрю. Так, смотрите, какая боржа. Вот это они. Всю ночь. Хотя нет, мам. Тут такая проблема. Ушла вода с Дона. Сейчас люди показывают, что в Волге нет воды. Но я хочу сказать, что нет воды и в Дону. Смотрите, как Дон обмелел. Места, конечно, красивейшие. Видите, это, вот это все здесь была вода, нет воды. Вот наполовину, видите, береговая зона. Усох Дон. Вот наша лодочка. Заякорили. Это наших кумовьев лодка. У нашего кума даже есть права. Водные права. Гляньте, береговая зона, нет воды. Такое чувство, что воду выкачали. А, ну конечно будем, вода же еще холодная. А. Ну это была баржа, прошла, она поднимала за собой воду. А сейчас вон там, на том берегу. А люди. Там вообще прибыла, там вообще круто. Где прибыла? Нет воды. Нет. Давай будем это переодеваться, купальники одевать, загорать.
Да, конечно, пипец, нет воды. Видите, береговая зона вся сухая. Что целое? Что ты нашла? Ну, отпусти ее, она живая. Настя, конечно. Почему дохлая? Она Створочки почти закрыты? открыта. Нет. Не Она открывай. треснута. Да не, Майя, я убивать ее не буду. Я ее Да нет, не она, помню. наверное, мертвая, она надломанная. Так, как мы доехали вчера с приключениями. Еле место нашли, папка наш остался, заправлялся. Мы поехали вперед, он еле нас нашел потом. Темнота, в темноте уже ставили палатки, жарили шашлыки. Ой, ну, конечно, и водочки попили, не без этого. Пивка. Сейчас будем завтракать. О, видите, песок. Остальные все места с пологим бережком. Глянь, какие. Вот это что, наверное, здесь какие-то эти кроты или лисички, норы по всему берегу. А может, это птички, ласточки? Нет, Вот в этих норках же живут. ласточки у них. Ну, вырыты по всему этому. Слышь, Майя, мы когда ехали, я А, иду. лисичку увидела, она сюда сбежала. Лисичку увидела. Да, там лисичка была такая, нет. Солнце палит уже. Смотри, подсел, вот Сейчас мы сумки смотри. поубираем, будем купаться. Сейчас будем Прикрывай. плавать. Вот это наши машинки, две семьи. Сейчас мы вчера сумки поразложили все. В темноте уже ничего не было видно. Сейчас надо все сумки. А куда вы столик переставили? А? А, туда в тенечек. Сейчас мы сумки будем все переставлять в тенечек. И будем кататься на лодке. Вот это вчера мы тут сидели. Сейчас мусор пособираем и будем вещи переносить.